играешь в танки, подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всех приветствую, с вами Серега, с вами Индомита. У нас сегодня очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня на обзоре тяжелый танк 6 уровня ветки Великобритания. Вот, Черчилль 7. Вот такая вот колесница. Сегодня полноценный гайд-обзор по этой машине. И предлагаю сразу же отправляться смотреть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот наша коллижная модель. Так, чуть уменьшу. Вот, поставили, все. НЛД. 139,7 мм. Фактическое бронирование в приведенке 150. И как для НЛД, это очень крепкое НЛД для тяжа. Есть вот такой вот переход на ВЛД стык, да, здесь у нас 136, но это очень тоненькая полоска, сюда попробуй попади. Проще пробивать ВЛД, вроде имеет хороший угол наклона, но 57 фактическое бронирование в приведенке 125. Это неплохо, в целом-то неплохо. На шестых левелах обычными снарядами многие танки-то вас даже здесь пробивать не будут. Вот про них даже поставите свой, вот, тут все-таки даже система рикошет пишет. Вниз чуть-чуть 126, ну, от угла наклона корпуса. Подбашенная рубка у нас 152 мм, она имеет прямой угол. Но как для, опять же, да, ВЛД 6 уровня, даже тяжелого танка, это достаточно крепкая ВЛД. Башня. Основная бронеплита передняя у нас 152, имеет те же самые, что и подбашенная рубка. Вот, маски орудия как таковой нет, есть вот такие какие-то непонятные кругляши, они крепкие, по 214. Вот, ну, щеки здесь, понятно, крутые. Верх планка 39 мм приведенки. Имеет хороший угол, но рикошет не дает. Не дает. Но она очень тоненькая, попробуй в нее попади. Вот, боковое бронирование 95,3. Это говорит о том, что он в принципе хорошо танкует. Хорошо. Но вот есть тоже щель за катком. Маленькая область. Да нет, через каток бьется спокойно. Через каток бьется. Так, верхняя часть. Вот здесь вот в жопку ему при танкование от борта можно закидывать, но тоже маленькая деталь, маленькая деталь, попробуй попади. Проще через каток его пробивать, через каток бьется. Все, запомнили. Подбашенная рубка, башня сама крепкая очень, есть дырка здесь. ВЛД можно иногда пробивать, а вот НЛД у него покрепче, чем вот эта деталька, поэтому лучше стрелять сюда. Вот как-то так. Посмотрим основные модули. Огромное количество пушек. Я вам рекомендую вообще даже не пытаться их выкачивать, вот эти пушки. На стоковые стартуете и сразу через башню идите на топовую. 140 альфа, пробитие основным снарядом 148, 208 на голде. Вот, 4 с небольшим секунды время заряжания. Время сведения комфортное 2,3 секунды, 0,36 точность. Хорошая точность пушки. Общий ДПМ на танке 6 левела 1953, это тоже на стоке. Можно еще и раскачать. Обязательно качайте рацию. Будете стрелять по засвету ваших союзников. Здесь у нас дальняя связь 550, здесь у нас 400. Рацию качайте, качайте самый последний момент. Вот, по ходовой танк и по двигателю медленный, поэтому 350 лошадей на топе, 300 на стоке, даст вам как минимум 10% подвижности, обязательно качайте. Ну и скорость поворота, так сказать, на месте 20, а здесь, по-моему, 18, да. Тоже нужно. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем что? К сохранению набранной скорости. В четвертом блоке у нас, сейчас, секунду, 0,36 точность, 2,3 время сведения, да, с моим экипажем, с больным. Ну, наверное, лучше сведение все-таки качать. Вот это. Секунду. Скорость сведения, да. Отстройку. Притирка шестерни наведения качайте. Так, здесь к обзору нам больше. И так, мы медленные арта будем кидать. Поэтому звукоизоляцию 100% качаем именно
здесь. Так, дальше по оборудованию. Мы медленные, ставим турбину. Мы тяжелый танк и будем драться в упор. Ставим обязательно лучшую закалку, увеличим ХП и, так сказать, делаем крепче наши гусеницы, каточки, чтобы не сбивали, да? Ну и, конечно, ставим досол для увеличения ДПМа машины. Вот. По снарядам. Основной снаряд ББХ, голда у нас под кол. ББХ летит 785, такое прям минимальное значение по комфортности игры. И почти косарь летит голда. Да, голда здесь неплохая, как для шестого уровня. Снаряжение ставим ремку, аптечку, огнетушитель автоматически желательно. Но поскольку я экипаж посадил с Карнервона, старшего танчика, да, и не переобучал на эту машину, дабы сэкономить голды, я поставил допаёк, чтобы минимизировать, так сказать, потери непереобученного экипажа. Вот. 5 членов экипажа, первым перком командиру лампы, всем остальным ремонт, вторым перком всем боевое братство, дальше качаете, как показано в таблице. По огневой мощи у нас УВНов нету. Не то чтобы их нету, их от слова нет совсем. Некомфортная игра от УВН у нас на танках — это минус 5, минус 6, а у нас их минус 4. Хуже не придумаешь. Ну вот реально хуже не придумаешь. По ХП 1190, и опять же, как для танка 6 уровня, это очень добро, прям жир. Вот. А по скорости, вот здесь даже с турбины у нас 2.4 вперед, 14 назад, всего лишь 9 лошадей на тонну, слезы. Танк очень медленный. По незаметности, что тут смотреть, танк огромный у нас, ее ну нету, даже и озвучивать это не стоит. И 354 метра обзор с непереобученным командиром. Штраф у нас там составляет сколько? 27, так было бы 381. Ну, слеповат танк, что там говорить. Слеповат даже для шестого уровня. Плюсы и минусы машины. Минусы: очень медленный, очень большой. В него легко попадать и артой, и, да и в любой проекции. Танк большой. Вот. По плюсам у нас хорошая броня достаточно для шестого. У нас шикарная точная пушка с хорошим пробитием, с хорошим ДПМ. Вот. Ну и все. Пора отправляться в бой, подергать за рычаги, попробовать Черчилля 7, что он из себя представляет. Погнали. Так, Париж. Обзор боем Черчилль 7, 6 левела, тяжелый танк Великобритании, проходная прокачиваемая ветка. Вот, честный бой, да, 6 левела все. Нету 5-х, нету 7-х, ух. Так, а что у них там? Павлак, 2КВ-2, Т-150. Ясно. Все понятно. КВ-2. Две штуки напрягает. Вот это да. Ладно, сейчас что-нибудь сообразим. Проверим танк. Ну, то, что он медленный, это 100%. До позиции... Че, приуныли, тупорезы? Буду. Да вы ли работы лишились, да? Пока я с вами, такого не случится, понятно? Поехали. Поехали. Точнее, не поехали, а поползли. Вот, вот Александр Леонидович Бородач. Поползли. Колесник у них какое-то странное место заехал. Вообще. Кто дает? Я не растерялся, я же охранник. Павлушка летит. Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Что ты от меня хочешь? Я тебе сейчас бошку прострелю! Здравствуйте. Не все так просто, ребят. По танк. Борьба, борьба идет. Это хорошо. Борьба, борьба.
старались весь день. Вот тут поломали. Борьба идет, это хорошо, борьба. Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Вот тут поломали. Так. А кто это сделал? По-русски она учись, говорите нам. Ну теперь не я вас буду бить, теперь вас ток будет бить, понятно? Да, ток будет бить нас. Стоп. Воюем как можем. Это хорошо. Получайте, а! Все, КВ... Плати бабло, говорит! Ты писай, что это делает, а? Мерзость какая, а? Все, убили. Я этот магазин охраняю. Так, ну что, почти 2К настреляли. Пора вперед. Начальника пришел. Убили Т-150-го. Что, 3 фрага у нас открыли? Четыре фрага. Едем дальше. Где КВ-2, интересно? Мне момент очень интересует. Сашка! Три рожка зарядит! Ря-та-та! Начальника! Ребят! А вот и КВ-2. Шпили-выли делать будем. Сейчас зарядится, успеет, пес. Вышел во двор и херакс! Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку! Стоямба, я вас всех порешаю сейчас! Сюда идите, Вася! Хорошо, выполняю приказ. Молодой, горячий. Все, как херануло тебе, наркотиком! Пойдет. И кто у них тут остался где-то? Ну, в углу я не успею доехать. Нормально. Пушка пробивная особенно. И на голде, да и на всех снарядах она хороша. Медленные мы только, но броня есть. Да, 815 натанковали. Скорость и габариты, когда из-за угла выезжаешь, этот танк, конечно, мешает. Комфортно играть. Эх, Хеллкат сейчас завалит, а. Ну все, победа. Ну ладно, еще 2500. Пойдет, повеселились. Блин, нравится мне снимать обзоры на мелкоуровневой технике. Спускаясь и в подряд прям снимаешь видеоролики на неделю. Что не будет, то кайф. Просто кайф. Такая дичь тут происходит, конечно. Мастера дали. Спасибо. Вот за мастера спасибо. Мастера нам нужны, да. Вот. 4 фрага, первое место по урону. Все круто. Тру-тру-тру-тру-тру. Итак, Черчилль 7. Подтверждаю медленный, подтверждаю бронированный, подтверждаю офигенная пушка. Вот, по оборудованию обязательно турбач, обязательно досел. И, конечно же, в основной слот ставим улучшенную закалку. Танку ставим уверенную 4. Можно на нем, ну, против 6, естественно, уровней играть. Против 7 тоже, кстати, можно. Вот. Пишите свои комментарии, есть ли у вас такая тачка в ангаре, как она вам, какое вы используете оборудование. Вот. А я вам хочу сказать, до скорой встречи, пока. Да, и кто не подписался, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Играешь в танки?
Подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.